Наверняка у каждого из нас в детстве бабушки шили одеяла и подушки из лоскутков ткани. Именно поэтому выставка «Лоскутная мозаика России» так греет сердце и вызывает ностальгические эмоции. Здесь выставлены лучшие работы лучших мастеров России за 2017 год. Они в прошлом году были высоко оценены на фестивале «Лоскутная мозаика России» в Иваново. Ткань, она сама по себе диктует какие-то определенные вещи, то есть когда ее берешь в руки, она начинает с тобой разговаривать, и мир, получается, выражается не только через твои ощущения, а через ткань в том числе. И оно никогда не устареет, оно всегда будет актуально, что это вот тепло рук, да, тепло рук, души вложенное. Эта выставка открылась в день рождения Челябинского музея изобразительных искусств. Именно поэтому лоскутную мозаику России можно считать своеобразным подарком к 78-летию.